каждый четвертый день четвертой недели месяца с четвертого пути через 4 часа после последнего поезда на платформу Рижского вокзала города Москвы прибывает пустой электропоезд. Простояв ровно 4 минуты с открытыми дверями, он отправляется в путь. Его видят, он проезжает мимо 3 остановки: Дмитровская, Гражданская, Красный Балтеец. А на 4-й Ленинградская останавливается. Из него выходит черная фигура, а сам состав продолжает движение дальше. Но до следующей остановки он не доезжает, бесследно исчезая во тьме. Ходит много слухов и домыслов касательно того, что же это за состав. На вид он выглядит совершенно новым и ничем не отличается от других таких же поездов. Иногда в окнах видят полупрозрачные фигуры людей, а некоторые сквозь стук колес слышат даже голоса. Садиться внутрь, поскольку все, кто садился в состав, бесследно пропадали. Сколько людей не пыталось разгадать тайну этого таинственного поезда, ничего не получалось. Электропоезд словно убегает от таких любопытных, которые хотят хотя бы чуть-чуть прикоснуться к его тайне. Догадок о том, что это за поезд, много, однако это всего лишь догадки. Что же он представляет из себя на самом деле, мы, наверное, никогда не узнаем.